3 марта на базе профессионального педагогического колледжа состоялся открытый чемпионат города по баскетболу среди женщин, посвященный Международному женскому дню 8 марта. Организатором выступил отдел по физической культуре и спорту города. По словам инициаторов соревнования, чемпионат был проведен с целью популяризации и развития баскетбола, повышения спортивного мастерства участников, а также вовлечения к систематическим занятиям спортом. Современное празднование женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от ее статуса и возраста. От лица главы города Зайнуддина Акмазова со словами поздравления выступил начальник отдела по физической культуре и спорту Магомедали Газимагомедов. Меня просили руководство города Зайнуддин Далабекович, значит, городское собрание депутатов наших, министр транспорта, энергетики и связи Саид Башар Дарвишевич Умаханов. Все вас поздравляют, желают вам здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Спасибо. Желаем всем спасибо. Я от себя и от имени колледжа, и от имени руководства города хочу вас поздравить с этой знаменательной датой, пожелать вам всех успехов, здоровья, удачи. И чтобы у вас все было хорошо и в работе, и в учебе. И все же, в первую очередь, в современном обществе Международный женский день – это праздник весны и внимания к женщине, когда представители сильной половины человечества могут еще раз порадовать своих любимых и родных женщин подарками и заботой. По итогам первенства города по баскетболу среди женщин первое место присвоено команде «Горянка», второе – профессиональному педагогическому колледжу, и бронзу завоевали команда детско-юношеской спортивной школы, в состав которой вошли учащиеся 10 и 15 школы. Все победители и призеры чемпионата были награждены кубками, медалями, почетными грамотами и вкусными подарками. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».